мое мнение, доминировали сегодня в игре, создали неплохие моменты, не забили. И очень обидно, что пропустили с двух стандартов. Не знаю, с чем это связано, будем разбирать, но как-то, может быть, потеряли концентрацию, потому что на дальней остался высокорослый защитник, нападающий, точнее, и реализовал моменты. Но что сказать про нашу игру, то вроде неплохо играли, контролируя игру. Ну вот, в частности, я в начале игры и по ходу матча забиваю момент, и было бы легче уже играть. Два победных матча. Казалось бы, что с точки зрения психологии все наладилось. Поражение, не сломит ли оно нас опять? Я думаю, нет, потому что не было такой провальной игры, где мы явно уступали сопернику, то есть играли в свой обычный футбол. Просто вот обстоятельства такие, что проиграли. Но я думаю, будем дальше продолжать гнуть свою линию, и результат придет.